Перезахожу. Что там, став появился, нет? Захожу на. Пошел Попробуйте нахуй. еще, пожалуйста, чуть-чуть. Да не бейте его трешь, дайте ему, блядь, все согреть. Нет. Я уже кулак по рейду раздал. Я прот раздавал. Бля, еле зашел сюда. Охуели. Что, магарский луч пофиксили, что ли? Магарский луч. Походу. На присте. Придется. Можете шкаф поставить. Тревоид приста потерял. Блять, я КВ не взял, ёбаность. Ну иди как раз возьми, блять, сейчас засумаем. Отец. Да я уже улетел. Там у меня два, мне похуй вообще. Лок, поставишь? Ой, никто не написал. Вот, дай мне пачку, пожалуйста. Спасибо. Триста бафли.
Уже кидай. Рыбы нету, да? Тебе. Ставь рыбу, что ли? Нет. А я что-то бафаю. Да. Не работает. Я какой красивый. ДБМ, пиздец. Да, да. Там звуки просто надо поменять. Кто-то здесь говорит. Включи ДПМ и все. Выключи звук и все. Нет, это слышишь только ты. Отключи звук в игре. Отключи звук в игре. Господи, голос пианиста. Ты запиши и адмиралу. И адмиралу этот голос, который ты записал. Может, он его и вставит. Метку в кружок, метку в звездочку. Лорейн, давай ты потом чешку заберешь. Понял, магу нихуя не посвятил. Оху, похуй. Он ебал, он понимает. Толян. Он интересно говорит. Ой, он еще и встал из тех. Да оставь, хочешь шкаф поставить. Мишка, лови большого.
Сади в этот ДПМ, выбери логово Никси, и там есть звуковые эффекты. Берешь или поставишь какие тебе нужны. Там на скиллах у него это звук стоит. Можешь вообще убрать без звука поставить. Но мне не мешает, мне в принципе. Пизды, и ладно. Ладно тебе, сходил за удачу. Пойди плохо. До новых встреч. Ты что ты пристал к Тадарюнулу? Не видишь, он скилловый, он сдох как просто, как божий. Дыхание зубами. Так он в десятке, что ты переживаешь? Надо в десятке сделать. Слушай. Наталья, она просто туго доходит, походу. Кстати, Кирсборн не в пати, да? Кир сегодня десятку такую собрал, просто 230 я с ним когда ходила. Танка вообще не отхилить, просто дебафы у нас всех заморозил, размораживать не хотел, такой тормоз, орал, что его не прохиливают хилы, с учетом, что мы были заморожены. Я с Кирсом больше не пойду, хотела его отругать. Забей, там 230-е были, зачем, блин, в начале РТ-ста? А если, грубо говоря, я утрирую, если я к тебе подхожу, рейд подходит, а ты тупо берешь и уходишь в сторону, а мы же замедленно идем, а танк идет быстро, понимаешь? Вот как в таких ситуациях? Потом, когда червь ушел под землю, он даже не думал размораживать. Он так посмотрел направо, налево, только потом пошел. И кричит, меня не прохилили. Урод. Бля, где наш Толян? Толян, ты тут? Нам шкаф нужен. Для... Толян гуглит, где бы взять Дискорд. Не достаю, слишком далеко. Нет, я предполагаю, что такие люди есть. После его приста и это тыкни сначала и приста сама напрями.
Не, пиво сегодня, конечно, зажег. И тоже, кстати, и тоже, знаешь, по имени называл, как тебе. Все вроде пенсии, так их не он нахуй, блядь. Хули снимает шок с ребенком, блядь. А вдруг он не заходит? Вдруг он цифер, каждую циферку вводит. Подожди чуть-чуть. 1.20 Пальцем сразу на 4 кнопки нажимает, да? Толянты тирдолики раздают. В виде люлей под затыльника. Что тебе угодно? Надо же такой ник, да, ебануть, толянный ебан, блядь. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Ну тут уж немного другой подойдет, по-моему. Да может, человек. Противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в эту ситуацию. Это долго запомнил. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Толян рычок. Походу квест с Гуглом и Дискордом не смог сделать. Тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. Ну такой ник 60 лет делает. Качал. Бой, герой. О, смотри, смотри, он здесь, все. Толян, дружи. Мы его опять потеряли. Вот он тебе да. Сейчас ответит, да, и что ты будешь делать? Ну, тактика такая, зубами ловить. Может, он просто долго пишет, и слово тут он тоже долго пишет. Может, он просто нас не уважает? Герат хотелось вроде, да? Ну потому что Миша идиот, блять. Нахуй ты ее развернул в рейд, она, да, блядь, залила, да, всех. Да, да, да. Да, ну, кордон, блядь. Ну, не тупое, но да. Ладно, у тебя будет не хватит. Все, все. Ты сегодня в десятке был? Морозить никого не надо. Давай. Нет, так. Никого не надо. Мишка, у тебя Иршама есть? Да не-не-не, подожди. У меня сегодня был друид, который не мог протанковать уже так же. И кричал, что я сейчас зайду на шам, вот все захилю. Я вот, к сожалению, ник не помню. Значит, не ты. А тебя, друид, как зовут? Нет, не Толян. Не, а как тебя зовут, по имени? Тихо-тихо, вот мне под морду ему с разбега лезть не надо, да? О, красивое имя, кстати. Да. Я просто хилом себя хожу сразу, блядь, меня бесут, реально. Я танком сюда зашел второй где-то раз.
А так постоянно. Тебе следующего персонажа надо называть. А наша... Давай сразу запускай. Удиви меня. Там, так ты это, блядь. Вот упал. Вася, блядь. Так что там есть, если не сложное, короче, когда возникнут какие-то там тактики такие, которые, чтобы не зафилонить, скажите мне, что делать, хорошо? Все, от души. Угу. Да это я все знаю. Просто удержать агр мне? Не просто, да. Ритуалу призыва. Когда я закончу, я появится грозный демон. Все. Готовьтесь, угу. К рождению! Я понял. Просто, короче, контролить, да, не давать мне ничего сделать. Все, понял. Так вот, я не сказал по поводу имени. Короче, Ярослав Нагибан можешь вот такого создать персонажа. Да не, нормально, что. Ну, зафилонил, хорошо, что не упали. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Местный клоун! Шарацус! Эредарский повелитель ты не обижайся. Да, нормально. Я на такую хуйню не обижаюсь, ты че? Ты видишь, у нас... У нас новый Редвар. В Хейме портал бьется. Наебываешь. О, блядь, вар сгорел, молодец. Да, он, блядь. Лё, блядь, вы заебали нахуй. Это танк так ругается. Поразливали, блядь. Это, по-моему, паладин, да? Да, это вар. А, да? Я имею в виду, ругается паладин. Да, так. Может, метки снимать будем, я вот. Уже не надо, да. Стаки. 10 стаков было. Он только кинул. А чё, Толян на гибан-то? Тут дискорда нет? Юзик, уходи! Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. У меня маленький, помнишь? Справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет с честью. Это не путь. Сражайтесь по славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Слава! Убивандус не может спекнуться. О, вот это неплохо.
Слышь, Войд? Ты же тогда, Войд на гибан. Яра не делай так. Да, Ханта, печенька. Яра, подожди. Скажешь, когда что делать? Таля нагрызу. Убили, что дальше-то? А там так-то Рога бегает. Ничего не бегает, стоит. Яра, подожди, сначала я, потом ты. Давай, давай. Убили. Давай, аунт. Аунт, Яра. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Убит. Аунт. Корни дать? Таун дай. Оттягивай дальше его. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас таун, а потом корни. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва. Может кто-то почту поставить? Есть у кого? Сереж, есть у тебя почта? Баффер сдаю после. Спасибо. Привет. Сплотившись, вы сможете пройти последние. Могу подамажить. В глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Давай. Это... Каску обновите по конту. Там 3 минуты осталось.
Еще выбор упадет, не? Два. Нет. Ни разу не видел. Десять выборов. Все еще сомневаешься в могуществе, Аркадий Паладин? Мы примем любой вызов. Да, два штуки правда. Добро. Там щит не падал. Я упустила момент. Нет. Жаль. Конечно, сможем. Можем. Вот. А чё, контроль не взять там, типа, шагу кинуть, ну, кинуть. Покаяние там, например. Ещё раз кинете, чё там. Такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Норд. Ты бы мог бы спекнуться в этого в ДД и в два приста пошакли или мужиков, да и все. Ненужные дома, как бы, для втреш. А. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Ну их только под босс подвести хорошо и все. Значит, не шаклить? Пал, да? На Анубе. Да, пал на Анубе. Смотри, Войд, можно просто пошаклить и просто ты в ДД и бейте, и все, переводим. Твоих, что ли, забрал? Не достаю. Накормить хозяина. Могу использовать.
Внутренне неплохая упала. У меня уже достаточно. Да, для Воку, по-моему, заходит охуенно. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям. Куда сначала? Лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Сейчас он прочтет, что там по гайду написано, и скажет. Толян, наверное, скачал дис, а потом вспомнил, что у него нет ни микрофона, ни динамика. Так, Рэл, мне сейчас в танки, да, идти? Это Мишка спрашивает. Я, короче, отойду, пока курну. А вот шмотки, которые там поупадали, будут валить или плохо? Ну. Главное, да, на купы прижать. Толя с дисом, говорит, разбирается. А вот расскажите, как вообще кубы работают? Да хранит тебя свет. Счастливого пути. Угу. Все, я понял. Да, да, это знакомо. Да, я просто смотрю, все люди как бы на них садятся, а я что, ну, блядь, в хеле ходил, думаю, не вариант садиться. Я все...